Губернатор Кировской области Игорь Васильев сегодня встретился с абсолютным победителем всероссийского конкурса «Педагогический дебют» в номинации «Молодые учителя» Александрой Гимрановой. Она преподает русский язык и литературу в школе номер 48 города Кирова. Глава региона побывал на уроке литературы для 9 класса. Поздравляем вас с победой. Спасибо в конкурсе. Большое. Желаем, чтобы эта победа была не самая последняя, чтобы ваши ученики добились больших высот, чем мы с вами, да? У нас в этом нет никаких сомнений. Вообще, ребят, смотрите, как здорово, да? Вот в нашей с вами области учитель лучший вообще в стране. Вам повезло то, что вы не учитесь. Интересные уроки? Да. Александра Гимранова начала свою педагогическую деятельность 5 лет назад в 48-й школе. И сразу проявила себя как ответственный, инициативный и творческий педагог. Молодая учительница постоянно занимается самообразованием и участвует в профессиональных конкурсах, в том числе всероссийского масштаба. Конкурс «Педагогический дебют» в декабре прошлого года прошел в 2 этапа. Первый этап был в формате онлайн. Александра отправила конспект урока по литературе. Затем ее пригласили на 2 этап в Москву, где учителя показали свои мастер-классы. Победа в конкурсе для нее стала неожиданностью. Для меня этот результат, конечно, стал неожиданным, но приятным завершением таких вот моих сложных переживаний и волнений. Ну, я не думала о победе, я думала о том, как качественно, хорошо, правильно, красиво выступить и не подвести область, конечно. Я поняла, что самое главное, что можно там и как себя можно проявить, это быть искренним, говорить честно, правду и вот этой искренностью своей всех очаровать. После урока литературы у лучшего молодого учителя глава региона Игорь Васильев пообщался и с другими педагогами 48-й школы. На встрече обсудили перспективы развития образования в регионе, строительство новых школ и реализацию масштабной программы по капитальному ремонту образовательных учреждений. Работы начнутся уже в марте этого года. На капремонт кировских школ выделено почти 500 000 000 рублей.